Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 27 ноября. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике смещение активного циклона вызовет местами снег. По южному побережью Байкала сильные снегопады и метели. Усилится ветер до 20 метров в секунду. Поземка, слабые метели. Температура воздуха по северным районам ночью минус 23-28, днем минус 15-20. По центральным районам ночью минус 13-18, днем минус 11-16. По южным районам ночью минус 12-17, днем минус 10-15. В столице Бурятии временами снег, слабая метель. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью минус 13-15, днем минус 12-14. Атмосферное давление будет медленно расти до 720 мм ртутного столба. Самый большой остров – это Гренландия, 2 миллиона квадратных километров. И самый маленький континент – это Австралия, 6 миллионов квадратных километров. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шигнанов. Все несуны, то есть сумчатые, живут в Австралии, ну, например, кенгуру. А в России своих несунов тоже хватает.